Обстановка грустная. И тут раздулось. Сильно спустились очень. Да, вот такой жесткий сюрприз. И передняя тоже. Витя, говорите, ли это колесо херово сдул? 80-ки передок сломался все-таки от этой нагрузки. Ну там еще на горе хрустнуло что-то, понял? Да, да, да. Вот такой жестячок тут. С переднее колесо влево, вправо. Разумчине. Все. Вот мы и на дороге. Так, ну что, полетели на новых колесах. Да ты что, вообще она по-другому идет. Витя. Могу представить. Давай, выключу. Угладывать? Понижайку, отпусти, нажми сцепление. Есть. А я смотрю, как-то она так пошла странно. Давай угладывать будем. Я четвертую сразу. Нормально валим. До дома где-то 100 км, грубо говоря. Да? 85. 85, а так вообще рядом. Уезжаем в Ржищев. Это Ржищево, 87 км мне домой показывал навигатор. Поедем через Нескучное, резанем, там быстрее будет. Андрюха на какую-то экскурсию по Ржищеву. Тут крутой спуск. И это он короткой дорогой нас повел. Что-то светится интересно. Вдалеке. 50 знак. Вот такой спуск. Серьезный. Едем куда-то. К месту старта едем. Судя по всему. Не, все, мы на месте, мы в Бархане. Где все начиналось, туда и вернулись. Застряли. Застрял, бородач уже меня снимает. Ты что, такси с катушек слетел или что? Застрял. Застрял? Колеса уже не те, пока диагностику делают, пока я еду. Они довольны, как я еду. Витя спасает нас. Застрял. Что, Руслан, выехать? Садись, я тебя толкну. Сам. Все. Ушел в дрифт. Ну то есть доверие есть? Да, да. Безгранично. Давай, дубась. Но это было 5 лет назад, когда морозы минус 30. Да, лед был 56 сантиметров. А, ну. Да, ну при таком люди тяжело. Так а сейчас что, уже давно мороз, едь. Можешь попробуй. И снега столько же, кстати. С открытыми дверями. Вон мы вот тут стоим. Классно едет, слушай. Кажется, уезжаем наконец домой. Да. Куда-то мы по какому-то маршруту пошли запутанными. Забивай. Витя тут снимает полностью одежду. Да нет, тут педаль, они же будут сжать, давить сами на педаль, елки. Витя автопилот ставит,
чтобы у ботинок был на педали газа. Так, вот так вот, и еще носок один. Руслан, поехали за людьми, чтобы мы сами не ехали. Давай. Ходом идем, чтобы не застрять. А где Леня? Леня есть. Все, полетели. Что-то жестко как-то идет. Перекачали колеса, кажется. Слышишь, надо люстру как-то отключить, чтобы нас не это. Фары горят? Нет? Чтобы все, чтобы нас не это. Или фары не горят у нас? Чтобы нас там не мучили по дороге эти блюстители порядка. А прекращаем. Не, ну, нам понятно, что на них не сильно они нам нужны. Так, ну дорога тяжелая. Снег шел. Зима была, мы едем домой с оффроуда. Сколько время? 11 есть уже? 11, уже давно. Давно 11? Да. Ты точное не можешь сказать? Могу. Точное время? Половина 12. Пол 12-го. Покатуха началась у нас в районе 9 утра сегодня. Или даже раньше. И пока концовки не видно. Пока нам еще 87 километров. А вон этот свет, видишь, который... А, это улица. А? Это улица подсвечивается. Улица подсвечивается. Пока 87 км, мы еще в Ржищеве. Ёлки-палки. Вот этот день. Насыщенный такой. Событиями. Концовка хорошая. Начало неплохое. И весь день ничего такой. Так у нас рейд, блин, смотри, какая метель начинается. А нам еще километров 70, где-то 75. Шумовые эффекты, конечно, дикие. Рыбыни. Рыбыни. Так, ехали в Обуховский район. Летим, летим, летим. Блин, или дорога такая плохая, или у вас как-то так? Не, у вас такие. Жестко, да? Очень. Спортивный дрифтовый корч. Что-то бензин в одном баке закончился. Пытаемся давай закачать. Сейчас заведемся и посмотрим. Выйди, посмотри, сколько в том баке бенза у нас. Давай заведемся. Давай просто заведемся. Посмотрим, откроем его, посмотрим, сколько. Уже проехали. Мы да. Завелись сейчас, одну секунду, посмотрим, сколько в баке бенза во втором. И палку надо. Не-не, просто откроем, вот палка наша. Направо. Где? Вот. А, пошли. Ну я не могу, я сразу. Выходи. А, давай. Это вы так. На аварийках. Да, да. Блин, тут все по-суровому. Не-не, Руслан, не туда. Сюда. А, тот бак? Да. А ты показывал другую сторону. Заправка? Да. Надо ехать, наверное. Чего? Не достал ты? Ну, посмотри. Миша, у меня еще бензопила твоя с бензином. Не вижу, ну, смотри. Не, что-то есть там, а это не достанешь ты палкой? Ну, нет, померить. Видел, это ваша Лава, один шанс только сейчас, как в любом, другие сезоны вообще не вариант. Только сегодня есть шанс взять в любом. Поехали. Так, заправились. Но не скучно. На нескучное, говорят, где-то их уже не слышно. Так вовремя бензин закончился возле заправки. Так, друзья, выехали на нормальную дорогу, так УАЗик просто шепчет, вообще комфорт, тишина не трясет. Глянь, маршрутка вообще охреневшая просто.
Там он и поворот, блин, оно валит на обгон. Пустой вроде. Все равно. Просто никакой тряски, никаких вопросов, никаких шумов лишних. Так, знак. Посмотри по навигации, какая скорость. У меня нету ни одного навигатора с мира. Гугловский нету? А он не показывает. Показывает, что нет. Что там ЖК тормозит? Сюда я за Максу ездил. Зачем я ему ездил? За соляркой или за бензином? Помыть мосты после того, как утопил УАЗ он на эту заправку. Все, Старобуховская, Козын справа, Нескучная. Мы параллельно идем. Тут машин мало, все почищено. В общем, выскочили на Правительственную, называется. Скорости, Витя, какая скорость? Валим, наверное, 90 под соточку, наверное. Жига, какая скорость у тебя на скорости? Скорость какая на скорости? 200? Вот. Идем нормально. А у себя посмотри на спидометре. Да, у меня. Уже мы сбросили. Глянь, а то у меня не работает. У тебя работает, у тебя тюнинг закрывает. Посвети на тюнинг спидометра, ведь. На тюнинг посвети. Вот такой тюнинг, не совсем четко видно. Надо чуть подрезать эту наклейку. Блин, вот это катнули. Сколько время? Без 15 час. Без 15 час. Ну, мы уже на финишной почти прямой. Сколько? А вот он и поворотик на Нескучное. Узнаешь ты его? В зеленый попали нормально. Мне аж повернуть хочется. Повернуть хочется, но пока проезжаем, поедем. Пусть растает все. Сейчас пока там немножко не то. Все, тут уже недалеко. Да, такой дальней покатухи еще у нас не было. Правительственная почищена идеально вообще, и обочина, все как положено. Блин, Жека ускорился, слышишь, нормально дубасит. Очень мало машин, все спят уже. Что там, час ночи есть? Второй час пошел. Покатуха такая нормальная. Положительно так и было. Блин, жалко, не знаю, какая скорость, но под соточку где-то, наверное. Смотри, скорость какая. 80, наверное. Да не, больше явно. Больше явно. Под сотку где-то валим. Все, столичное шоссе, долетели. Это наши другими дорогами поехали. А вот Uber, видел? Коллега наш. Смотрит, думает, конкуренты злые на такой машине. Да, смотри, какая дорога тут убитая, вообще жесть. Куры попродавливали. Колея. В Обухове лучше. Все, второй час ночи. До дома уже рукой подать. Ну вот он, родной мостик. Асфальт повыпадал уже опять, наверное. Да, дороги подустало, столичное шоссе. Конкретно. За эти морозы
Да, потеплело. Минус 2, всего давно так тепло не было. Немножко лобовое испачкалось уже по трассе. Еще долетели беспроблемно. Убирается. Так, что тут наша средняя полоса с ямами? Такие хорошие латки. А тут опять чуть подустали. Полоса. Так, ну Жека направо будет уходить. А мы валим прямо. Погоняй, будет по маску. Вот, видите? Мы любим тебя! Пока! Аварийкой мигаем. Полетели. Блин, плохо видно тут. Кусок неосвещенный, какой-то бомж еще дорогу переходит. Все, мы в Дарницу уезжаем. Тут уже с очисткой слабо. Блин, не хватает омывателя все. Лучше б не тер. Ничего не видно. Жесть. Долетели. Фух, блин, это жестко. Тут стартанули, тут финишировали. Второй часочек. В общем, всем пока, друзья. Скажи, чтобы на канал подписывались. Вон на вот этот. Вот он канал, плохо видно.